Вот уже 40 лет правящий в этой стране тиран угнетает свой народ, лишая его основных конституционных прав. Время пришло. Время отдать власть. НАТО должно продолжать военную операцию, чтобы привлечь его к ответу. Я за свободу слова, честные выборы, равные права для женщин. Самому смешно. Верховный лидер, он требует, чтобы вы приехали в Нью-Йорк и выступили с обращением. Прекрасно! Нас ждет Америка! Адмирал-генерал, с прибытием в Нью-Йорк. Я настоятельно рекомендую посетить Empire State Building, пока его не взорвал кто-нибудь из ваших братьев. Проснись и пой! Никто тебя не узнает! Без бороды! Вы не одолжите мне немного денег, хотя бы 20 миллионов. Я выступаю в Организации Объединенных Наций. Отвали, докладчик. Стоп! Идем, вставай быстрей! Убери руки с моей груди, пожалуйста. А тут грудь есть? Я думал, ты парень. Я согласен стать генеральным менеджером. Ты не сможешь стать менеджером, я менеджер. А я тебя зарежу. Ну да, если только... Мусор вынести сможешь? А ну хватит! Заткнись, лузер! Эй, шапочка для душа, шевели копытцами! Топ-топ! Следующий! План таков. Мы два обычных американских туриста. В Америке хороший тампон, а я лучший. Раз уж ты все равно здесь, получай удовольствие от достопримечательностей Empire State Building. А я бы очень хотел посмотреть салют над статуей свободы. Отпустите жену! Нет! Диктатор. В кино 17 мая. Достигнут 10 баллов. Люди стремятся попасть домой пораньше. Береги себя. Ты тоже. Если вы не участвуете в судной ночи, рекомендуем покинуть улицы. Система аварийного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. По сигналу все экстренные службы прекратят работу на 12 часов. В течение этого времени любые преступления, включая убийства, разрешены законом. Ты знаешь, как это опасно. Его все равно не вернешь. Тебе не станет легче. Пожалуйста, останься. Мне пора. Правительство благодарит вас за участие. Негласное правило судной ночи. Каждый сам за себя. Кто это? Сегодня жертвы неизбежны. Проезжай, проезжай. Следуй плану. Забудьте о сострадании. Нам не нужны герои. Спасибо. Идите за мной. О, Господи! Бежим скорее! Беги, быстрее! Хотите выжить? Держитесь рядом. Мне страшно. Ни звука. Смотрите в оба. Почему вы нас просто не убьете? Куда они нас ведут? Великолепный лорд прямо с улиц. Это последние жертвы сегодняшней ночи. Ставки начинаются с 200 тысяч долларов. Дамы и господа, переодевайтесь. Охота начинается. Когда они нас окружат, не мешкайте, не оглядывайтесь. Боритесь до конца. Попробуйте. Таким, как мы, все равно не уцелеть. Дожить. До рассвета. Это ночь моя! Огонь! Они идут. Судная ночь 2. В его рассказе слишком много пробелов.
Ты ведь не случайно здесь. Итак, что ты знаешь про Клей? Я знаю все. Но важна каждая деталь. В реальном мире я был ничтожеством. Чего тебе, птенчик? А в сети я был своим. Хакеры, как фокусники. И те, и другие обманывают людей. Билеты, пожалуйста. Макс, моя полная противоположность. Независимый, харизматичный. Победитель. Нельзя вечно прятаться за компом. Люди намного уязвимее. За Клей. Чем ты наглее, тем успешнее. Мы взламывали все, что попадалось нам под руку. Кто посмел? Вы че, мы убиваем животных. Такая атака им и не снилась! Спецслужба. Но все имеет последствия. Я хотел доказать вам! Черт! Они знают обо мне. Ни одна система не является безопасной. Кто я? Ты можешь рассказать о себе? Кто ты и откуда пришел? Как тебя зовут? Я ничего не помню. Ну, новичок, пора вставать. Что это за место? Это Глейд. Кто нас сюда затащил? Не знаем. Что там такое? Вы не удержите меня! Удержу, не сомневайся! Объясните, что там? Лабиринт. Утром эти двери открываются, и бегуны кидаются искать выход. Выжить в лабиринте ночью не удалось никому. Так что же там? Мы называем их гриверы. Во, влипли. Но кто-то создал лабиринт. Думаю, пора выяснить, с чем мы имеем дело. Ты не такой, как другие. Ты любопытен. А это еще что? Ты нашел первую реальную зацепку. Только куда она приведет? Девчонка? Томас! Все начало меняться, как только ты тут появился. А вдруг мы здесь не случайно? Двери закрываются! Они здесь. Они будут приходить, пока не прикончат всех. Мы выберемся сейчас, или мы покойники? Ты не понял. Мы уже покойники. Ты уверен? Нет. Нет, нам не уйти. Они нам не дадут. Случалось видеть кошмар, который казался реальностью. Что если бы ты не смог проснуться? Как бы ты узнал, что сон, а что действительность? Этого не может быть. Ты хотел узнать, что такое матрица? Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Вы все живете в мире грез. Пока матрица существует,
Нам свободными не быть. Очисти свой мозг. Сборная СССР по баскетболу. Нужен тренер. Мы думаем, что это вы. Что скажете? Я смогу занять этот пост, если будут приняты ряд моих предложений. Добрый день. Кому как? К сожалению, да. Я составил список игроков новой сборной. Эй, Спартак! Не спи, тут большие дядьки играют. Ну что, прямо сейчас в Литву отправить, а? Да можно. Пас у него хороший. Держать темп, чтобы на площадке не думать, а делать. И делать очень быстро. Полет – естественное состояние баскетболиста. А теперь замерли в воздухе. Не надо ломать то, что работает. Серега, никогда не будет команды из таких, как ты. Ну да, вам не повезло. В следующем году будет Олимпиада в Мюнхене. Мы должны обыграть американцев. Вы сейчас своими заявлениями поставили под удар честь страны. Американцы вам полную корзину напихают. Американцы однажды должны кому-нибудь проиграть. Я подумал, лучше нам. Ты с ними собираешься американцев обыгрывать? Сейчас у них есть шанс. Они на пике. Жизнь в спорте у них во. Да и не в спорте тоже. Если думаете, что для вас все закончилось, то зря. У сборной должен уйти страх. Они должны поверить, что можно обыграть американцев. Мы можем не играть. Только вот кто мы после этого? Поехали. Я с тобой весь год, как на пороховой бочке. Взяли своих намертво! Победители не судят, а вот проигравших... Но кто так играет? Американцы! Ура! Работаем! Я посидел за эту неделю. Заметно. Почему никто не пытался стать супергероем? Чувак, в реале ему бы сразу пришел. Пипец. Пипец. Я знаю, что можно схлопотать по морде, но почему никто не рискнул? В комиксах все брехня. На самом деле каждый может стать супергероем. Там Баклан в костюме супергероя мочит гопников! Круто! Спасибо. Ты кто? Я пипец. Мститель в маске произвел в интернете настоящий фурор. Нехило он дерется. Похоже, что вломили как раз ему. Приглашаем всех, у кого есть информация о Сорвиголове в зеленом костюме. Вот с таким парнем я познакомилась бы. Правда? Привет, я пипец. Кажется, ему самому придет пипец. Скоро я был уже не один. Пипец доказал, один человек может все изменить. Пипец, угар. Сука, больно-то как. Начал, встречим криминал. А потом я встретил героев. Настоящих. Посмотрим, что ты можешь. Кто ты? Я убивашка. А это... папаня. Ты нам подходишь. Есть потенциал. У меня просто голова кругом. Супергерои замочили 8 человек. Придется повесить объявление. Быть супергероем вредно для здоровья. Хочешь поиграть? Не врубаюсь, почему никто не сделал этого до меня? Я пипец. Усёк? Супергерою не нужна суперсила.
А когда нет суперсилы, то все по барабану. И это нечеловечески круто. А как мне найти вас? Звонишь мэру, и он прожектором высвечивает в небе сигнал в виде огромного члена. Высокий IQ. Хорошие оценки в школе. Но все летит к черту. Наркотики. Мелкие преступления. Ты никогда не работал. Ты пошел по кривой дорожке. Но ты можешь сойти с нее. Вы кто? Тот, кто тебя освободил. Как-то вы не очень смахиваете на портного. Идем со мной. Что ты видишь? Я вижу молодого человека с потенциалом. Опусти левый крючок. Опа! Красота! А это чего? Электрошокер? Не пари чушь. Это граната. Да ладно вам. Вот это круто! Мы независимая международная разведслужба с высочайшим уровнем секретности. Наши агенты — это новые рыцари. Вам предстоит самое опасное собеседование в мире. Что, пожалел его? А для него это унизительно. Он может стать отличным агентом. Вас обучат необходимым навыкам, доведут до предела возможностей и научат решать экстремальные задачи. Например, что делать, если у одного из вас нет парашюта? Тебе это интересно? О человеке судят по его манерам. Я вас иногда совершенно не понимаю. Так странно говорите. А вон те. Чё это за ботва? Положи на место. Дэвид, что это? Папина старая камера. Кажется, я её починил. Ничего себе. Это мой 7-й день рождения. Ого, ты видел? Что? Что-то странное. Ребята, посмотрите на это. Это запись с моего дня рождения. Мы все на нём были. Да. Смотрите. Вот здесь, в отражении, в зеркале. Это я. Моя футболка, мой рюкзак. Это стопудово я. Фигня какая-то. Вы слышите? Да. Это в мастерской отца. Какие-то щелчки. Ого! Офигеть! Это что за штуковина? Какой-то механизм. Проект Альманах. Мой отец над ним работал. Прототип временной передислокации. И что это значит? Ага. Машина времени. Что? Нужно ее собрать. Мы не сможем этого сделать. Но ты же видел там, на пленке с дня рождения. Мы ее уже собрали. Вы это видели? Ого! Теперь мы должны испытать ее на себе? Ладно. Все готовы? Ага. Зачем ты идешь к себе домой? Смотри, смотри. Нет. Это я сплю. Смотри сюда. Зацени. Тише, тише. Черт. Получилось. Это вчера! Мы путешествуем во времени! Это машина. Наш шанс. Устроим ей тест-драйв. Я вчера завалил химию. В какую группу входит силикон? Вы что, прикалываетесь? Не хочу оставаться на второй год. Я устрою ему день сурка. Углерод, азот, кислород. Зацени, Лу! Я сдал экзамен! Обожаю эту машину. Давайте сходим в кино. Я выиграю в лотерею. Покупайте Мазерати. Перед концом света. Хочу влюбиться. Дэвид, ты это видел? Такого раньше не было. Мы своими действиями запустили эффект бабочки. Мы должны вернуться и предотвратить запущенную цепь событий. Но мы не можем, ясно? Это единственный шанс. Это отменит все наши поступки. Я вернусь в прошлое и все исправлю. Все вышло из-под контроля. О, господи. Ты задумывался, насколько это опасно? Откуда мне знать, что это происходит в первый раз? Я уверен, что смогу вернуться и все исправить. Дэвид, стой! Я должен найти способ вернуться еще дальше назад. Ты можешь погибнуть! День рождения!
Артур, вам легче, когда есть с кем поговорить? Моя мама всегда говорила мне: «Улыбнись и сделай счастливое лицо». Говорила, мое предназначение — приносить радость и счастье в этот мир. Это я? Или весь мир сходит с ума? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Что? If you smile, through your fear and sorrow, smile. Что смешного? Урод! Готэм сбился с пути. Какой трус мог сделать что-то настолько хладнокровное? Тот, который скрывается за маской. Я думал, что моя жизнь трагедия. Но сейчас понял, что это комедия.